Казно и палящее солнце позади. Воздух стал свежим и наполнился ароматом желтеющей листвы. Но вот какую погоду принесет нам пятый день сентября, узнаем в следующие несколько минут. Об этом расскажу вам я, Николай Диденко. Здравствуйте! В ближайшие 24 часа на украинском небосводе будет преобладать небольшая облачность, но и прояснения синоптики не исключают. Осадки по Украине не прогнозируются. Несмотря на начало осени, температура воздуха значительно поднялась. В среднем по стране ожидается плюс 27 градусов. А теперь подробнее о синоптической ситуации по регионам. В центральной Украине суточные температурные показатели составят 15-29 градусов тепла. Чистое небо на рассвете покроется облаками, но к вечеру в Черкасах и Кропивницком можно ожидать прояснения, без осадков. На юге страны за сутки термометры покажут от 16 до 27 градусов со знаком «плюс». В целом день в регионе будет ясным, но местами в ночные, дневные и вечерние часы прогнозируется небольшая облачность. Дождей не предвещается. Температура воды на побережье Черного моря плюс 22 градуса. 5 сентября Луна переходит в созвездие Скорпиона. Специалисты утверждают, что в эти дни вид ясного неба или просто голубой цвет благоприятствует обмену веществ и способствует профилактике кожных заболеваний. Берегите свое здоровье, и пусть природа нам в этом только помогает. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине в течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах 14-29 градусов выше нуля. Несмотря на высокие температурные показатели, день в регионе будет облачным, но обойдется без осадков. Прояснения возможны только в Ивано-Франковске в ночные часы. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 15 градусов, а максимальная дневная достигнет 29. В течение дня солнце то будет прятаться за облака, то вновь радовать жителей региона своим светом. Дожди синоптики не обещают. Восток дождевые тучи также обойдут стороной, но это не исключает переменной облачности, которая будет сопровождать нас на протяжении всего дня. За сутки на местных термометрах можно будет увидеть от 14 до 29 градусов выше нуля. Температура воды на курортах Азовского моря плюс 24 градуса. 5 сентября свои именины отмечают Николай и Елизавета. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых. Примите именинники и наши пожелания всего наилучшего. А сейчас детальнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут 14-15 градусов со знаком «плюс», а днем воздух прогреется до 26-29. В основном небо по области будет чистым в этот день, но вот в Северодонецке утром и в дневное время, а также в Волчевске после полуночи, возможно небольшая облачность, без осадков. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 15-17 градусов тепла, а после полудня они поднимутся до 25-28 градусов. В Донецке и Мариуполе прогнозируется ясный день, а в Славянске с ночи до самого вечера будет наблюдаться переменная облачность. Дождей не предвещается. В Днепропетровской области ночью ожидается 15-17 градусов выше нуля, а днем 27-28. Чистым небо в области будет лишь в утренние часы. В остальное время в Павлограде, областном центре и Кривом Роге будет преобладать облачность с прояснениями. Но осадков опасаться не стоит. Температура воды в Днепре плюс 22 градуса. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. В Киеве прогнозируется легкая облачность ночи до наступления вечера. После заката на столичном небосводе не исключаются небольшие прояснения. При этом местные термометры ночью покажут 16-18 градусов тепла, а днем 27-29. Вот такое приятное начало рабочей недели ожидает нас с вами в понедельник, 5 сентября. Пусть удача сопровождает вас во всем. Всю следующую неделю с вами будет моя коллега Олеся Вайнер. А я прощаюсь с вами. До встречи в нашей студии.